Они все время сражаются за жизни других людей. И не секрет, что на свою времени у них зачастую просто не хватает. Провести драгоценное время с детьми медработники смогли благодаря соглашению между региональным Минздравом и театром кукол. На спектакль «Гуси и лебеди» им бесплатно предоставили около 200 билетов. Но важно здесь именно социальное значение проекта. Во-первых, мы дадим тему для разговора. Во-вторых, они смогут провести целый вечер точно вместе. За кажущейся бытовухой на самом деле скрывается возможность, умение, возможность построить человеческие отношения. Ну, это бывает, конечно, но очень редко. Потому что как-то это времени нету. А здесь такая возможность, конечно, мы очень благодарны за то, что нам позволили побыть с ребенком вместе. И прийти на представление в наш детский кукольный театр. Такая акция проходит уже традиционно. Только в этом году, благодаря проекту «Спасибо медикам», ульяновские медработники посетили больше сотни концертов и культурных мероприятий.